Всем привет! С вами Андрей. Ой, где? С вами Андрей. Я сейчас сдохну, если не пойду вниз. Но это вторая серия первого сезона. Я выпускаю эту серию уже на даче, но серия эта выпустится 25-го. Ну, наконец-то, долгожданная, наверное, для кого-то серия. Ну, я тут по делу в мире добывал мазов, конечно. И вы слушали, наверное, музыку. Но я говорю вам, видео будет выпущено 25-го. А сейчас как 24-е. Тут дом. Так, я поспать сюда пошел. Я вам покажу, что я тут по делу пока что. Сейчас каникулы, март, но это видео будете не смотреть тогда, когда должно выпуститься, ну, для меня, потому что я выпускаю всегда все 20, например, в тот день, который я вложил, но это будет серия, которая будет единственная, которая будет 25-го, ну, кроме World of Dance. В танце я посмотрю, что-то подредактирую, может, и выпущу 9-ю серию, а сейчас включаем музон, пока мы дойдем. Погнали! И вот мы пришли к моему городу, но сейчас дойдем до здания, зайдем, и я опять включу музыку, пока дойдем до туда, чтобы не было скучно. Так, мы пришли в дом, и сейчас уберу это, стеру. Я покажу вам, я вот что-то мы сегодня сделаем, то есть 24-го, для вас это будет 25-го, серия выпущена, но не знаю когда, я уже сделал и поставил вот это. И сейчас опять подождем немножко, ой. И вот мы включаем и погнали в другому месту. Да уж. Опять. Сейчас. Ничего. Пришли к следующему месту, а только нужно мне включить кое-что. И вот это. Убрать. И спускаемся. Почему я включил мобов? Потому что вы увидите. Вы
быть, там просто скелеты. А там спавнер, два спавнера скелетов. Тут давно я уже не запускал систему. И вот сколько она дропалась, несмотря на вот эти тут. Да уж, много вещей задропали. Круто. Круто. Сейчас отключим. И мобов. И пойдем к следующему месту. Это наш основной домик, который вы знаете. Это второй вторая серия русского цикла не показ. Это просто вам покажу, что я сделал. Ну, на каникулах, честно, на каникулах. Ну, вы поняли. Потом будем играть нормально. Блин. Пришли к следующему месту, и это холодильник мистера Утикула. Не трогать другим людям. У меня никнейм мистер Утикул, но это как бы лапа. Еда, например, если нам понадобится. Точно. Дропается. Опыт упал. Дропается вот до сюда. Раз, два, три, четыре блока. Тут живет мой друг, а тут пока что я не знаю, как друга. И случайно я не Котя. А должен Костя быть. Но я тут изменил кое-что. И вот ресурсы, которые я сам добыл. Железо. Уголь, вот этот стак, который я сейчас вот этот убрал, вот это, и помечается такая штучка, вот такая появляется. Вот это я добыл сегодня, вот это. И вот эти. Практически все ресурсы тут, ну не все, а это было давно. Ну, в других днях добыто, но добавил только сегодня. Сундук. Тут все остальное. Два тенти есть. Могу еще много где поделать. И еще сундук остальное. Тут все остальное, а тут остальное. Я удочкой цапнул вот это седло. У меня обычная была удочка. Потом мне попалось с первого раза. Я думаю, это рыба тянется. Оп, и попадается вот это. Лук я не крафтил, он тоже мне попался. Ну, и еда, вот что с едой. И погнали. Пошлите, мы что-то будем делать, да будем. Да уж, с мобами. Когда я буду играть с друзьями, тогда... Включу мобов. 8 минут идет серия. Да уж. Когда будет там 5 минут. Это будет, получается. Это сейчас 9 минут идет. Один 14 минут будет, видите, когда тут будет 5. Да, смотрите, я покажу кое-что вам. Блин, но я могу не бояться лавы. Я не буду тушить. У меня не отнимается ХП. Я так испугался, когда я сгорелся, когда я сам за алмазиком пошел. На алмазике нашел. 7 алмазиков.
7 целых алмазов. Да. Больше всего 8, да, находить алмазы. Но 7, но если было бы больше, там, например, 10 алмазов, это была бы какая-то новая генерация. Какие-то все такие острова, подъемы. И что это? Я даже сам не знаю. Это такая генерация фальшивая. Потому что я сейчас покажу, что недавно сгенерировалось. Хотя этого не было. Вот этого мы шли и шли, вот так вот. Да, а вот этого не было. Как оно появилось? Вот это место. Я не понимаю, что с генерацией мира так происходит. Говорите, ребят, ну пишите в комментариях, что могло произойти с генерацией, что она автоматически генерируется, хотя это уже местность была исследована, и с ней такого не было. Я даже не понимаю, ребят, и 3 минуты у нас осталось. Что это может с генерацией быть? Пишите в комментариях, может даже мой друг напишет в комменте. Что это может быть, что это случилось в генерации, потому почему у меня так генерировалось, и у меня была магия, что я в таком прыгаю вместе, да, оп, и появляюсь в лодке. Да, я не понял, как я появился в лодке, но жаль, что этого момента вы не увидели, это всего лишь там, вот эти блоки, это там руда, все такое, из мода одного, не бойтесь. Да, для меня это шок, когда там ведьма появилась, хотя она на болоте. Что это за генерация случилась все-таки? Потому что так генерация не может быть вообще. Да, ребят. Еще 2 минуты, и мы заканчиваем на этом серию. Как всегда, и будем заканчивать. Где начали, там и закончим. Хочу так сказать. Ой. И кто не подписался на канал, с вами был Андрей. Это просто у меня сменён скин. Если кто... подумал, что у меня какой-то странный скин, и кто не подписался на канал, с вами был Андрей, ставьте лайки, комментируйте, это была очередная серия по Майнкрафту, всем удачи, всем пока.